я, блядь, меня просто бомбит, если бы это все, я бы удалил игру, не знаю, меня так бомбит. Дорогие друзья, всем привет, это новый выпуск по Brawl Stars, и я сейчас нахожусь не на своем аккаунте, а на аккаунте подписчика. Это очень редко такое бывает, я не открываю на аккаунтах у подписчиков сундуки, но этот человек уже давно ждет, и я ему давно пообещал, еще до того, когда появился в игре Джин. Он хотел, чтобы я лично открыл у него на аккаунте сундуки, и он верит в мою удачу, верит в то, что я ему его выбью. Посмотрим, насколько я реально удачлив в этом плане. У него нету Фрэнка, у него нету Джина, нету Спайка и нету Кроу. Если я ему из этого всего что-нибудь выбью, ну кроме Фрэнка, реально, Фрэнк это не очень сильно так и топово, и редкостно, да? Как это было бы с Джином, со Спайком или с Кроу? Если я выбью что-нибудь из этого... из этого количества бравлеров, то это будет очень круто. Но, естественно, мне понадобится ваша помощь. Прежде чем я начну открытие, пожалуйста, прожмите лайк и подпишитесь на канал. Посмотрим, работает ли это. Если к концу стрима мне выпадет реально, ну, несколько новых бравлеров, ребята, лайки работают, и вам тоже будут падать новые леги. У него 170 обычных боксов, 12 вот этих биг боксов и один мега ящик. Вот такой вот биг... А, стоп. Бравлбокс, бигбокс и мегабокс. Все верно. И один мегабокс. Вот и все. Я сейчас открою. Если быстро, то, возможно, сделаю какую-то онлайн-каточку на его аккаунте. Естественно, постараюсь не проиграть. Если будет медленно, то, значит, ну, весь выпуск будет открытие. Ну что, поехали. У него, конечно, аккаунт не фулл. Будут падать абсолютно разные бравлеры. И, опять же, заодно я проверю. Это все без доната он собрал. И заодно я проверю, как без доната падают новые бравлеры. Ставьте лайк, и вы убедитесь в том, что можно выбить легу. Я, конечно, не сильно в это верю, но мало ли, вдруг ваш лайк реально спасет сегодняшний выпуск. Ставь прямо сейчас лайк, подписывайтесь на канал. А, и забыл сказать самое важное. Сегодня, спустя неделю перерыва, у меня первый стрим на моем канале, втором. Холдик стрим, потому что на этом висит страйк. Подписывайтесь, срочно приходите сегодня на стрим. Буду ждать вас всех, потому что вы уже отвыкли от того, что я стримлю, да? А я стримлю? Приходите, ссылка в описании. Ну что, поехали, 174 бокса. Понеслась. Ну а прежде чем перейдем к теме ролика, давайте поговорим про спонсора. А спонсором данного ролика является компания 1xBet. Высокий профессионализм сотрудников, быстрая и качественная работа, а также множество спортивных дисциплин. Все это и многое другое. Компания 1xBet. Оставим 12 бигбоксов на потом, а начнем с маленьких. Ну, поехали. Я ни разу не открывал на аккаунтах у подписчиков, поэтому я не знаю, как это будет. Интересно, неинтересно, и выпадет новый бравлер. Я прям, знаете, в азарте сейчас нахожусь, потому что на своем основном аккаунте мне абсолютно ничего не падает, кроме золота в боксах. Ну, и теперь, конечно, падает Джин, потому что он недавно вышел, а он у меня не фул. То есть из-за того, что у меня уже все персонажи доступны на максимальный уровень, мне с бокса не падают новые какие-то карточки, бравлеры и прочее. Ну, билетики могут выпасть, да, гемы и золото. Ну, как-то не особо интересно открывать на своем аккаунте боксы. А вот, видите, подписчик загнал. Я думаю, что большинство после этого выпуска захотят тоже, чтобы я открыл на ваших аккаунтах. Ребят, давайте это будем, если этот выпуск наберет больше 10 тысяч лайков, я буду открывать на ваших аккаунтах сундуки. Если это вам понравилось, если вам понравится такая рубрика, я буду это делать. Но только пишите Богдану Бандуре, если у вас хотя бы больше 200 сундуков, у вас реально не все легендарки, дабы я выбил вам какую-то легу. Но опять же, это писать только после того, если этот ролик соберет больше 10к. Если этот ролик не соберет больше 10 тысяч лайков, значит я, возможно, больше не буду записывать выпуски на аккаунтах у подписчиков. Хотя идея как неплохая, выбивать легендарки своим сабам. Не знаю, опять же, проверим сейчас удачу. Да, не только лайки влияют на данную рубрику, а и сейчас посмотрим по итогу открытия. Если ему ничего нового не выбью... Да, ну тогда долой эти выпуски, зачем тогда надо? Блин, значит, мне не везет на это все дело. Поехали. Так, сейчас я сделаю вот так вот, чтобы... Все, 147 боксов еще осталось. Хотя помните, когда я открывал сундуки на DDNL аккаунте, там у него было, по-моему, 300 или 400 боксов. Блин, это охренеть, мы все 400 почти открыли, и только с трех последних ему дропнулся Леон. Но у него только Леона не было. Поэтому, ну, я надеюсь, что хотя бы Фрэнк ему выпадет. Если хотя бы Фрэнк выпадет, ну, уже не зря записал этот ролик. Если ему ничего не выпадет за сегодня, если ему ничего не выпадет, ну, я хз. Надо будет что-нибудь придумать. Может быть, какое-то желание мне. Не, ну, правда, я не знаю. Рандом, пожалуйста.
подкрутись так, чтобы было красиво на ролик. Я бы хотел, конечно, выбить ему какую-то новую легу. Ой, я извиняюсь. Я извиняюсь, ребятки. Музыка была слишком тихо, вы, наверное, ничего не слышали. Вот так вот будет вам получше слышно. Так, окейушки, окейушки, хаюшки, окейушки. Поехали дальше. Сколько у нас получается? 128 боксов еще. Ну, еще шанс как бы хорош, да? Плюс у нас еще 12 бигбоксов и 1 мегабокс. Ну, блин, я прям, не знаю, оставлю самые мощные боксы напоследок. Так, ну, блин, я рассчитываю, я охерею, если я ему выбью какую-то легу, это просто будет охеренно. Сейчас проверим. Ну, пока что все как бы рутинно падает и падает, падает и падает. Сколько там чего падает, я как бы даже не замечаю. Сейчас хочу чихнуть, погодите. Помолчу пока. Не, все, перехотел. Так. Сколько боксов? 113 боксов еще. Блин, все-таки хочу чихнуть, но почему-то не чихается. Не знаю. Приехал с Египта, так сразу заболел. Потому что я прилетел сразу в летних вещах, в летних кроссовках, в футболке одной, в осенней курточке, да, без шапки, когда тут мороз, сырость, естественно, сразу простуда. Эх, блин. Так. Да, мой родной. Фрэнк, есть. Это минимально, что я хотел ему выбить, Фрэнка. Это минимально. Ему осталось один мистик и две леги. То есть, один мистик и две леги. Ну что ж, поехали. Еще 104 бокса, 12 бигбоксов и 1 мегабокс. И шансы у нас реально высокие на это все дело. Ну, не, они не высокие. Хотя, стоп, давайте мы... Че я, блин, гадаю, какие шансы. Мы сейчас посмотрим, какие шансы. На легендарного бойца мизерные шансы. Я сомневаюсь, что он выпадет. На мифического бойца, ну, еще куда ни шло. Давай, Джин, родной. Вроде бы тебя несложно выбить, но... Я что-то переживаю. Ну, Фрэнка уже хотя бы выбили. Уже хотя бы какого-то нового бравлера ему вытащил. Но это если бы не произошло, я не знаю, мне бы пришлось ему, наверное... Ну, блин, не знаю, пришлось бы ему донатить гемы за то, что я ему ничего не выбил или не пришлось. Хотя, опять же, я особо не напрашивался ему открывать сундуки. Это он хотел попасть в выпуск. Но, с другой стороны, если так рассудить... Я же хочу сделать приятно, красиво, а в итоге, знаете, он копил, и я ему ничего не выбил, хотя, опять же, это зависит не от меня, но как бы косвенно я к этому причастен. В общем, хз, я запутался, не знаю, как бы правильно было поступить в этом случае, но в любом моменте ему Фрэнк выпал, и я точно уже хотя бы не в долгу перед ним. Окей, сколько у нас остается боксов? У нас остается 87 боксов. Не, друзья, еще держите кулачки до последнего. Я надеюсь, что нам дропнется какой-то новый бравлер. Но опять же, какой-то вот сейчас Сережа или Андрюха, или, я не знаю, Максим, Руслан, Витя, Петя. Кто-то ж не поставил лайк. Вот сидит такой и смотрит. А вдруг ему не выпадет лего? А вдруг ему выпадет лего, а я лайк не поставил. Ну зачем гадать? Зачем испытывать это? Возьми, прожми ты этот лайк прямо сейчас и подпишись на канал. На колокольчик нажать, ну конечно, бы хотелось бы, но я думаю, что это для тебя слишком много действий. Ты и так перетрудился, когда нажал на лайк, а когда подписался, ты вообще, наверное, устал. Поэтому отдохни, если у тебя будет еще силы, нажми на колокольчик обязательно. Потому что, ну, я извиняюсь, блин, это не прикольно, когда ты вернулся с отдыха и у тебя насморк. Вот это не прикольно, вот это прям очень раздражает. Ты так себя хорошо чувствовал, и тут на тебе прилетел. Ничего, скоро весна. Вот сейчас самая, наверное, самая такая ужасная погода, ужасный период времени, вот это февраль, март. Оно вроде как уже и тепло пробивается, но с другой стороны еще рано, как бы, да, переходить на осеннюю одежду. А хочется уже, да, хочется выйти там и без шапки, и, ну, блин, снять эту зимнюю курточку, но еще рано, охренеть как еще рано. Потому что вот можно простыть и потом болеть. Сидеть с температурой, я думаю, не все хотят. Вот. Так, итого у нас 63 бокса, друзья. 63 бокса, это еще не хухры-мухры. Я думаю, что это еще шансы есть. Шансы есть. Блин, я бы очень рассчитывал на это. Это, знаете, как в лотерее. Это как, я не знаю, казино. Ты крутишь и ждешь этого бонуса, этого джекпота. Сейчас пока так падает по чуть-чуть, но ты ждешь куш. Хочется куш. Реально куш хочется.
А, так, так. Вот так, вот так, вот так, так. Ну, я рассчитываю, знаете, мне кажется, что выпадет джин, а возможно даже и лего, а с не бролбоксов, а с биксбоксов, либо с мегаящика. Мне так кажется. С бролбоксов не факт. Потому что, ну, они такие слабенькие. Но все-таки надежда есть. Еще 47 боксов. И я, кстати, думал, я открою гораздо быстрее. Уже 10 минут мы открываем эти боксы. И, слушайте, ну, да. Открывать сундуки в Brawl Stars не так уж и быстро и легко, как это было в Clash Royale, да? В Clash Royale их было намного сложнее накопить. Быстрее открываешь. И я думаю, что некий интерес больше, чем тут. Да? Но все равно интересно, я все равно жду Легу, все равно жду нового Бравлера. Хотя вот мне уже поднадоело тыкать в одну точку планшета постоянно на один и тот же бокс. То есть хочется как-то разнообразнее открывать сундуки. Я об этом уже неоднократно говорил, всегда говорю, наверное, когда открываю Brawl боксы или вообще любые боксы в Brawl Stars. Давайте сделаем так, пока я открываю, дабы вам что-нибудь рассказать, я хотел бы у вас попросить написать в комментариях, почитать ваши идеи, потому что, ну, я тут немножко затрудняюсь. Что бы вы могли предложить? Вообще, в целом, вам нравится вот это открытие сундуков? Вот самим открывать даже, не брать в учет то, что я открываю. Самим нравится? Если да, то окей. Если кому не нравится, что бы вы добавили, чтобы было интереснее открывать боксы? Вот ваши идеи пишите. Будет интересно почитать. Возможно, как-нибудь из этих же идей я сделаю какие-то концепт-арты и отдельный ролик, что не хватает в игре Brawl Stars и что добавить. Вот. Также вы можете свои идеи, я думаю, предлагать разработчикам техподдержки писать, и они реально на удивление читают. Вот, и отвечают даже вам, что прикольная идея. Возможно, там они имеют в виду, ну, точнее, отвечает вам бот, прикольная идея, мы, возможно, возьмем ее за концепт и сделаем, введем это в игру. На самом деле, никто даже не читал вашу идею, и такое тоже может быть, но, по крайней мере, попытаться можно. Поэтому напишите, что бы вы добавили в открытие боксов, дабы продлить интерес с их открытием. Сколько у нас уже осталось? 15 боксов, сколько болтало, они не заканчиваются вообще. Просто дропаешь их и дропаешь, ну сколько можно. Ну реально, мне кажется, их нужно сделать поменьше, но по объемнее. То есть ты один Brawl Box открываешь, ну блядь, ну хоть что-то интересное падать. Ну это бред просто. Так бесит меня вот этот, такую тучу боксов открывать. И так, по 7 штучек каждый бокс. Сделайте вы, чтобы Big Box там не 10 токенов, а 20 токенов, к примеру. Или хотя, может, со мной не все согласятся, типа и так трудно развиваться. Хэзэ. Ну, как по мне, блин, вот это бесит, вот это 167 боксов, или сколько я сегодня, 170 боксов я открывал, я так подустал. А мне вообще цель открыть, вообще записать один раз видео, где открывает 1000 боксов, это же вообще сдуреть можно, это же ролик на полчаса будет. Но я хочу такой ролик как-нибудь записать, и если кто нафармит косарь боксов, пишите. Я сомневаюсь, конечно, что у кого-то хватит силы и терпения, и это был последний Brawl Box. У нас остается 12 бигбоксов и один мегаящик. Фух, ну вот это уже будет поинтереснее. Поехали. Итак, первый. Так, Пенни, Дэрил, Фрэнк. Ничего, дальше. Ой, тут вообще что-то мало. 10, ух ты, блин. Тут поменьше сундучков и быстрее открываются. 9 бигбоксов или больших ящиков, как вам удобно. О, а, это же билетики и кристаллы. Ой, я создал какую-то комнату случайно, да? Руму. Давайте я ее выключу. Итак, 6 бигбоксов осталось, пожалуйста. Если с последнего бокса выпадет, я охренею. Давай, 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 родная, давай, Фрэнк. Ой, Фрэнк. Джина, дай Джина. Ну нет, ну почему? Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Осталось, получается, 2 сундука. Так. Ай, жесть. Итак, получается сейчас мега ящик. А, вон еще ящик. И 2 мега ящика. Да тут много чего еще. Поехали. Охренеть. Поехали. Я думаю, выбьем. Блин, если не выбьем, я буду полным лохом. Вот если не выбьем, я, может быть, еще один мега ящик открою с магазина. За свой кэш. Так, ну я в Легу закину. Он, правда, не качает Леона. Он уже на 500 кубков у него. Блин, я не знаю, куда ему потратить вот эти
Давайте в Ниту, он вроде как играет на Нике. Так, ящик обычный, клац-клац-клац, ничего. Так, и 150 золота, давай. Дальше это мы потратим на Була. Я не знаю, он мне не говорил, куда тратить эти пауэрпоинты. 5 бойцов, я не знаю. Не знаю, будет тут что-то новенькое, не будет. Шелли, так. Так, так, пожалуйста. И, уф. Не, ну это немножко так фейл. 2 уже мегаящика ушло. Блин, ну правда, ну он должен выпасть. Ну, Джин, пожалуйста, не подведи. Кого еще ему прокачать? Блин, ну очень трудно. Давайте Була. Бул сильный. Перс. Так. Получается, это О, это последний ящик. Скрестили пальцы или как там? Я не знаю, какие обряды должны быть. И поехали. Ух, ты последняя надежда. 5. Ну, не знаю, поехали. 1. 2. 3. Давай. 4. Давай, давай! Обидно, обидно. Обидно. Реально обидно. Парень сколько копил и всего лишь один фрэнк. Досадно, досадно. Слушайте, ну у него тут есть мегаящик. 2 мегаящика. 60 и 49. Это 109, да? Значит, смотрите. 109 гимов. Если с этих мегаящиков тоже не выпадет, это просто караул кричать надо, я не знаю. Это значит, кто-то не поставил лайк. Вот серьезно, вот Артем, признайся честно, ты лайк поставил? Признайся, вот мне кажется, ты сидишь сейчас и такой, ха-ха-ха, я лайк не поставил, ха-ха-ха. А вот из-за тебя не выпало Лего сегодня. Давай, я даже докинул гемы, дал тебе шанс еще один поставить лайк. Все остальные, кто не поставили лайк, я не помню кто, но вот Артем точно не поставил. Не знаю, есть еще сомнения по поводу Давида. Давид, мне кажется, ты тоже не поставил. Окей, открываем мегаящик, поехали. Клац. Так, так, так. Я надеюсь, все поставили лайк. Так. Да ядрить ты, а, ёптель. Последний бокс остался. Тупо последний бокс. Ну, у меня просто слов нет. Ну, пожалуйста, ну, умоляю. Ну, пожалуйста, ну, хочу Лего на видос. Ну, или хотя бы Джина. Три? А что значит три? А что значит три? А, даблеры. 123 гема у него. Последний мегаящик. Я чувствую, выпадет. Да начи еще. Я чувствую, что выпадет. Я прям, ну чувствую. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Женя, поставь лайк. Ну, ты тоже не ставил лайк. Ну, если бы ты поставил еще, тогда выпало Лего. Последний мегаящик. Пожалуйста, помогите кто-нибудь. Подкрутите, я вас умоляю. Умоляю. Ну, давай, давай. 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 Ну, давай. Сука! Последний. Все, тупо последний. Ух, я, блядь, меня просто бомбит, если бы это все. Я бы удалил игру, не знаю, меня так бомбит. Давай, блядь! Че не падаешь, нихера, блин? О, 30. По-моему, 30 гемов еще моих. Я думаю, еще могу, да? Или это уже его гемы? Ой, жесть, просто жесть, блядь, Сперсел, это просто жесть, хочется удалить игру после такого, я не знаю, я думаю, что он очень расстроится. Да, очень сложно выбивать новых персонажей, очень сложно. После такого реально хочется удалить игру, просто, ну, понятное дело, что сейчас остынет пукло, все будет хорошо, градус спадет, и ты обратно продолжишь фармить боксы, но... Мне обидно. Но я, ребят, постарался. Я даже ему немножко задонатил. Ну, хотя бы Фрэнка выбил. Блин. Я думал, выпадет. Я что-то был уверен, что выбьет Джина. Ладно, спасибо. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Если наберем больше 10к, я буду вам открывать сундуки. Только донатить больше не буду, сука. Блин. Жалко денег. Жалко. Хоть и немного потратил, но жалко. Вот они в никуда ушли. Но надеюсь, он доволен все равно останется. Блин, я правда старался, он видит этот видос, я старался. Я расстроен. Всем пока.